Урачыстае адкрыццё вахты памяці прайшло на плошчы славы ў Магілёве. Традыцыі больш за 30 гадоў, гэта даніна павагі ўдзельнікам вялікай айчыны. У мерапрыемствах бяруць удзел больш за 40 установ адукацыі абласнога цэнтра. Іх лепшыя навучэнцы і нясуць ганаровую варту. По традиции, у початку церемонии ветераны Великой Отчинной школьники несут кветки до вечного огню. Выховывать повагу до тех, кто загинул у годы Великой Отчинной, кто свое житие отдал за перемогу, и есть головная идея гоноровой варты, говорят организаторы. И в том дело, что модно, это память по папиной линии тоже, Николай. О нем почти ничего не знаю, поскольку погиб на войне. Они сделали для нас такой подвиг, мы все гордимся ими. Самое любимое произведение о войне – альпийская баллада. Торжественно обещаю! Любить свою родину! Любить свою родину! А гэта, напэўна, будучая змена. Яны без задзірынкі аддаюць піянерскі салют, праходзяць маршам, а галоўнае – усе з сильным характарам. У межах акцыі ў піянеры прынялі атрад лепшых школьнікаў. Быць чесным! Хорошо учиться, быть добрым и справедливым, всегда помогать. Быть всему пример, помогать всем младшим и старшим. Будешь помогать младшим и старшим? Конечно, потому что я теперь пионер, это очень хорошо. Все по-серьезному, со словами клятвы, подлетки с гонором заступают на пост. Дарэчы, навучэнцы перед гэтым проходит конкурсный отбор, и только 15 лепших несут гоноровую варту. Катерина Городницкая, Миколай Соболев, новины регион.